уже на следующей неделе вы сможете посмотреть 8-серийную драму под названием «Оперативная память». Опытный майор Багрышев ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажера Соломатина, думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение. Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Соломатин считает, что майор настоящий ас в оперативном розыске, именно у него он должен учиться, чтобы стать первоклассным полицейским, поэтому предлагает новому начальнику заключить договор. Багрышев передает ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной оперативной памятью, то есть всячески помогает и почищает все его проколы. Багрышев на это соглашается.